Первый пункт в графике поездки по объектам – школа номер 59. Строительство здания началось в мае 2016 года. Глядя на то, как неаккуратно ведутся работы, глава Шымкента не смог сдержать эмоции. Вот этот блок на занятии. Нельзя было, да? Это закрыть. Это... Почему у нас сюда через, через одно место делается? Нам нельзя было, да, закрыть. Николай, а вас там? Подрядчик попробовал было сослаться на нехватку времени, мол, торопился, но градоначальник с этим не согласен. Почему ты там сказал, это не осмысленно, это технология называется, это технология. Не удовлетворило градоначальника и качество полового покрытия. Местами оно уже отходит. Вентиляция надо было, чтобы ехать не вентилятор. А эта школа на 1200 мест в жилом массиве Кайнар-Булак. Здесь особых нареканий работа подрядчиков не вызвала ни у кого. Разве что обеспокоенность возможностями системы отопления. Но подрядчик поспешил успокоить, все продумано и рассчитано. В здании школы в микрорайоне Жанат-Алап вовсю идут отделочные работы. Здесь также подрядчик подошел к делу со всей ответственностью. Замечание вызвало лишь установка дверей. Делать это необходимо с учетом возможных ЧП. Ну, наоборот, что именно из-за пожара, потому что пожарный кем везде, он должен вот так взять, ногой пнуть, чтобы зайти в комнату, тушить. По итогам объезда аким города предложил подрядчикам совместно обсуждать ход работ по каждому объекту. График сделайте? График. Аргайсна где-то бурцать смотримся. Прям будем цвет. Линолеум какой-то. Добавим, в этом году в городе полностью отремонтированы все объекты образования. 129 школ и 385 детских садов. Ведется строительство 15 школ и пристроек. Правда, к новому учебному году будет завершено строительство только 8 из них. Еще одна школа на 1200 мест будет завершена в декабре. В ближайшие 2 года решится вопрос и трехсменных школ. Сейчас в Шымкенте таких школ 8. Но уже в 2018-2019 учебном году проблема трехсменки будет полностью устранена, заверили чиновники от образования.